Машины спасателей сохнут на выгонной, ждут схода воды и новых задач. А водоплавающие коллеги перевозят грузы и народ вместо автобусов в районе автовокзала. Лодочная переправа в самом центре города, в районе автовокзала, возле Чичеринского моста, курсируют постоянно малые суда. Это и лодки МЧС, которые развозят продукты по близлежащим улицам. Ну и, конечно же, частники, которые перевозят знакомых, друзей, увозят коллег на работу. Эту девушку ждут мохнатые пациенты. За ветеринаром приехало свое акватакси. А эти шустрые парни способны на любые марш-броски. И по воде, и по суше. Друзья, вон картошки купили до газа. Вот сюда, на выгонную поедем. Там будем разгружаться. По выгонной воскресный променад груженный. Местный супермаркет обеспечивает всех стабильно. Работает с наличным и безналичным расчетом. Продуктов всем хватает? Поставщики привозят? Да, сегодня воскресенье, а вчера привозили. Настроение в целом у людей позитивное, даже вдоль Чичерина. Сушат салоны авто, покупают арбузы, особо тревожные – воду. Ну а дети тревожатся меньше всего, в отличие от родителей. Слух о прорыве дамбы в районе коттеджей в конце Ушакова не подтвердился. Все целое насыпь держит. На другой дамбе района, около Пушкинского моста, работает целый лагерь спасателей, которые хотели вот что передать уссурийцам. Прям огромное вам спасибо. Ну, мы сами не местные, приехали с разных районов Приморского края. И очень удивлены сплоченностью жителей, ну, вашего города. Водичка, что, можешь покушать? Питание горячее есть? Несли, да. Спасибо большое. Все, ребят. Да. И так постоянно говорят гости, которые приехали нам помогать. Снабжение работает и казенное, и народное. Так продержимся, и так победим. Ирина Мигунова, Телемикс.